Камеры находятся напротив заправки. Они с перекрестка поедут мимо камеры, когда поедет поток, то при совпадении с базами будут сюда высвечиваться фотографии должников. Форд Куга 359, белый, средний ряд. Задолженность. С собой документы, пожалуйста, возьмите. Любой из экипажа есть, судебный пристав, подойдите. Проводится рейдовое мероприятие в городе Череповце по выявлению транспортных средств, владельцы которых имеют задолженность. В рейде принимают участие Федеральная служба судебных приставов, госавтоинспекция и Центр обеспечения региональной безопасности. Задолженности по бюджету, задолженности по ЖКХ, самозадолженности по штрафам, согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, которую они направляют. Эта база, значит, закачивается у нас в систему, и с помощью комплекса фото-видеофиксации мы уже выявляем эти транспортные средства, владельцы которых имеют задолженность. Сотрудники ГИБДД передают своим коллегам, они останавливают, судебный пристав разбираются. В этой машине сидит сотрудник госавтоинспекции и сотрудник с Вологды, значит, центрального СОРП. Значит, там поступает информация о машине, которая передается с камеры, и сотрудник госавтоинспекции передает данного водителя, данный номер, и в дальнейшем его останавливают. При помощи, значит, фиксации автоматического режима камеры выявляется данный должник, сотрудники госавтоинспекции осуществляют их остановку, ну и проводится дальнейшая работа. Молодой человек, а вас за что остановили? Неоплаченные штрафы. Как так получилось? Не знаю, сейчас будем выяснять. Большие штрафы? Я не знаю. Остановили, ничего не сказали. Вы сами-то знаете о том, что у вас есть штраф? Откуда? Письмо удачи не получал. Ехал с работы. Сейчас узнаем, на сколько тысяч штрафов там. Две задолженности по штрафам ГИБДД. 1000 рублей. И 500 рублей. Общая сумма задолженности 1500. Вы готовы сейчас оплатить? Нет. Просто я продал машину и не знаю, может, это штраф на проданную уже машину. Потому что на учет ее не поставили. Идите, значит, числите себя. Вот так. Вам необходимо явиться в отдел судебных приставов города Череповцу номер 3 21 марта 2019 года. Прием с часу до 6. Я против таких рейдов. Конечно. Почему? Они не нужны. Установили, что у нас есть штраф неоплаченный за 1000 рублей. Что будете делать сейчас? Оплачивать. А вы к таким рейдам вообще относитесь? Нужны они? Конечно, нужны. Почему? Ну, потому что надо платить за все. Стоим с 10 утра. На данную минуту у нас уже составлено 8 актов описи ареста. Взыскано около 100 тысяч рублей. Должники как бы охотно многие платят, потому что не хотят лишаться автотранспортного средства. Прямо на месте платят? Да, прямо на месте платят. Чаем требования. Кто не может, допустим, суммы большие заплатить, подходят завтра или в ближайшее время на прием и оплачивают.